Всем привет! Сегодня у нас 26 июня. Вылетел у нас обратно рой. Сейчас будем его садить. Вот с этого домика вылетел. С 18-го. Поймали. Посадили в раевню. Сейчас будем в домик садить. Посадили его вот в холодный пчельник. И вот они так сидят потихоньку. Здесь прохладно. Сидят потихоньку. Сейчас будем вытаскивать их. А здесь поставили обратно домик. Сделали такие сходни. Вот. Сейчас будем потихоньку его стряхивать. Сегодня у нас плюс 28 тепла было как раз. Он и вылетел. А так неделя вообще холод стоял. Так, засело нас. Сейчас сюда встану потихонечку. Вот, потихоньку сейчас будем его стряхивать. Этот первак, он побольше получился у нас. Вот еще вот здесь остались. Побольше. Скатываются, как они. И побежали в домик. Отхожу, потому что могут укусить. Кусают? Нет? Это самый большой рой на сегодняшний день мы поймали. Но так те поменьше раи были. Вот коров. Вот так бегут. Быстренько, считай, не видно. Они все прямо бегом. Аж на дом сбегают. Ездили мы сегодня в город. Купили ващину. Ващина у нас стоит 3500 за 5 килограмм. Купили коробку ващины. Садим. Сегодня посадили, считай, на голую ващину. Наверное, две рамки, да, поставили всего? Да. Две рамки поставили. Одну медовую. Одна пустая, сушь. Остальное все ващиной. Потому что рамок нету, делаем и новые ставим. Сдохну, они что-то у нас забили, подшевели. Литок. Не, вот сейчас смотрю, пошли. Сейчас хотя бы видно, куда они лезут. Идут. Скоро уже будем кабачки срывать. Уже вот такие кабачочки. Там почему-то, а там почему-то зелененькие, да? Здесь светленькие. Дня три уже будем срывать.
Зелененькие вон какие. А это же желтоватые какие. Урожайный этот кабачок такой. Листва у них шершавая какая. Бабочек ловит. Я пчела ловкая. Купила маску сегодня новую. Такая не очень маска, 280 рублей отдала. Стоит, жду, второй зайдет.